Физики или что такое вообще в принципе земное притяжение, они делают все, что хотят со своими мотоциклами. Задача сейчас как раз-таки давать показательные выступления, поскольку мокрая площадка, мокрый, ну не скажу асфальт, то дорожное покрытие, значит мотоцикл ведет себя очень даже непривычно.
В будущем, чтобы ребятишки рассматривали любые вот технические виды спорта, картинг, мотокросс, триал, стендрайдинг, стремились к здоровому образу жизни и, ну, в общем-то, приходили в наши ряды, чтобы они могли посетить различные города, страны, то есть могли путешествовать в будущем. Спасибо. Соблюдать дорожные правила, независимо от того, кто вы на дороге, пешеход, водитель или же пассажир. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и не огорчайте своих близких. Сфотографируйтесь вместе с представителем госавтоинспекции. Вы можете познакомиться с абсолютно любым видом технического вида спорта. Это во-первых. Ну а во-вторых, может быть, вы станете участником одного из клубов. И мы вам представляем воздушный показательный бой. И сейчас мы будем наблюдать, как они будут бороться между собой и чья ленточка на земле окажется первой. Которая развивается, в принципе, на такую же скорость, как и наши картингисты. Сейчас показывали примерно та же скорость, с ней же передвигается модель. В общем, друзья, занимайтесь спортом, неважно каким, будь то бег, будь то, может быть, прыжки в длину, высоту, или же, как наши участники сегодняшнего фестиваля, которые занимаются спортивно-техническими видами спорта. Мы по дыму настраиваем.